Приехал я сейчас на Белоярское водохранилище в Верховье. И сейчас пойду проверять по точкам наличие рыбы. Взял с собой два ледобура. Буду бурить лунки 110-м, проверять наличие рыбы камерой. Если рыба будет, то буду уже рассверливать 150-м и рыбачить. Пришел на первое место. Вот, сейчас по-быстренькому достану камеру. Тут, оказывается, есть лунки. Посмотрю с камеры, есть ли тут рыба. Если нет, пойдем дальше. В общем, ребят, тут идет свал. Вот, и он забит мелкой сорогой. И очень много окуня здесь. Не знаю, сейчас попробую достать мормышку. Потрясти немного, посмотрим, что получится. Не знаю даже. Ну, сорога не крупная. Ее, конечно, можно прикормить, вот, но даже не знаю. Ну, сейчас попробуем. Главное понять, будет клевать рыба вообще или нет сегодня. Короче, три проводки, три рыбы. Поставил ядреный глазик. Ну, по шарику ядреному на лесочке 2,08 м. Вот, три проводки, три окуня. Сорочки пока нет. В общем, не буду я задерживаться на этом месте, сейчас пойду дальше. Есть у меня тут еще точки, которые надо проверить. Посмотрим, постараюсь найти хорошую крупную плотву. Если получится, значит половим. Если нет, буду искать окуня хорошего. Прибежал, в общем, на точку, где прошлый год нашел сорогу, но, видимо, рановато. Тут такая офигенная коряшка. Вот это вот, это лики, короче. Прошел я до этой точки довольно далеко, поэтому решил засунуть удочку вот такой вот мормышечкой. Первой проводки сразу же клюнул. Сейчас немного посижу и пойду дальше искать сорогу. Затихло, больше ничего не клюет. Но
наверное, сейчас попью чаю, да пойду опять искать. Так, ну покрупнее я возьму. Еще одна точечка, большое такое бревно, вон окунек лежит, а вон там он, по-моему, валяется, судак на дне. Надо посмотреть, какое направление, попробовать поближе подбуриться.
Красавец какой. Классно. Классно, классно. Больше-то нету никого тут. Окунёк только один и все. Сутучок. Попробовать что ли? Унку пробурить, да? На ротлину попробовать поймать. Клюнет, нет? Сейчас попробую. Вообще ноль реакции. Так все хорошо начиналось. Ну вот следующая точка. И тут куньков много. Красивые. Ну, кстати, точка вскрыта. Тут вот две лунки было. Одна по-любому моя, другая вот чья-то. Сейчас порыбачим. Попробуем половить. Жирненький. Хорошо. Здрасте. Активная рыбалка. Какой низкий загрев. Ну, сегодня что-то вот так вот. Думал, чебачка? Не. Там-то не было чебака.
попадается, но он на глубине еще весь. 6-8 метров, да? Не 6-8, ну да, да. Ну, я на 9 сидел. Ага. Под... Что, подлещик там тоже есть, нет? Есть, есть. Ну так тоже. Искать надо. Ну понятно. Я там тоже был сегодня. Посидел, ну, покормил. Ага. Посидел, но болт. Сорога не пришла на 6 метров почему-то ко мне. А все разбежались оттуда, с утра это было. Народу много, угу. Все разбежались. В одном месте вот там скучковались только, вот, видимо, там что-то она протянулась. Да, да, там такая канавка и вот, вон там. Да, вон угу. Там. Палатка делают еще, оранжевая. Вот. И все. А я там тоже рядом сидел, но у меня почему-то вообще никак. И в камеру не было под лунками, сороги тоже. У нас вчера у ангара, хорошо, 11 килограмм поймал чувака, причем с 12 до 6, причем за 6 часов. Это хороший результат. А, да. Причем, говорит, приехал, все уже разбежались, пошел по лункам, тут лунок полно. Все, и, говорит, это, под вечер особенно, это вообще хорошо разошлось. Ну, вчера вечером, вчера тепло было. Да, да. Бойка. Ну найдешь, да, клюет, а так вообще что-то это все. Ну я сегодня уже сколько избегал. Там был, тут все пробурил, там вот судака видел одного, не клюнул. Плещик это там у воды ловят, вон. Там патрон. Хорошо ловят прям. Ну это прям на кромке там, да? Да, лед, блин, кусенький. Не, я что-то не это сам. Да я тоже что-то, ну нафиг. Я тут поймал свои килограмм 15 хватит. Сегодня-то? Ну, за ночь. Ага. Ночь, утром. Угу. Ну, что, сынок? Ну, понятно. Причем ловил только я. Ну, сосед у меня маленько. Повезло. А вот руки что-то не попали. Понятно, повезло. Вот пришел на очередную точечку, которая находится еще в 300 метрах от предыдущей. Точка называется Поленница с рыбой. Тут вот идут такие деревья уложенные, видите? Вот. И плавает тут много окуня разного. Помельче, побольше. Всякие. Ну вот сейчас. Посидим, половим, отдохнем. Вынимаю окуньков сегодня. В общем, ребят, рыбалка сегодняшняя прошла совершенно не по плану. А рыба, за которую я сегодня пришел, так и не была поймана. Ехал я сюда сегодня за сорогой, ну и ах. Вот это вот моя удочка сегодняшняя. Это вот нимфошарик маленький. Такие вот.
общем, ребят, всем хвоста не чеши, берегите себя, крепкого здоровья. И встретимся с вами в следующих видосах. Я надеюсь, что следующие работки будут более удачными.